Египет, 47-й год до нашей эры. Клеопатра, 20-летняя царица Египта, находится в изгнании. Трон захвачен ее братом и сестрой. Египет входит в Римскую империю и должен Риму огромные деньги. Великий Юлий Цезарь во главе армии прибыл в Александрию, добиваясь уплаты долга. Клеопатра ожидает на границе, собираясь вернуть себе трон. Билли Зейн, Тимоти Далтон, Руперт Грейвс. В фильме «Клеопатра». В роли Клеопатры Леонор Варелла. По книге Маргарет Джордж «Мемуары Клеопатры». Художник по костюмам Энрико Сабатини. Художник-постановщик Мартин Хичкок. Оператор Дэвид Коннелл. Композитор Тревор Джонс. Исполнительные продюсеры Роберт Хелми-старший и Роберт Хелми-младший. Продюсер Дайсон Ловел. Авторы сценария Стивен Харриган и Антон Дидер. Режиссер Фрэнк Родден. Добро пожаловать в Александрию, Цезарь. Птолемей ждет тебя. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ему 12, Цезарь. 12. Я вполне взрослая, чтобы править. А кто ты? Я Арсеноя, царица Египта. Разве так завещал твой отец? Мой отец умер. Но он платил долги Риму, Арсеноя. Цезарь, позволь объяснить. Кто это? Патин, главный министр. Потом. Где ваша старшая сестра? Она недавно покинула страну. Да. А наши деньги у вас? Клеопатра своими интригами ввергла страну в нищету. В нынешних обстоятельствах, к несчастью, мы не можем выплатить долг. Это не проблема. Я просто его возьму. Великий Цезарь. Слушаю. Если ты поддержишь Арсеноя на троне,
Я дам народу мир и процветание. Цезарь, где ваша армия? В Пелузии. Защищает Египет от Клеопатры. Должно быть, она очень опасна. Я хочу познакомиться с девушкой, называющей себя богиней. Идем со мной. Кто ты? Я Олимпос, личный врач Клеопатры. Скорее. Олимпос, кого ты привел? Она же шлюха. Я тоже об этом слышал. Подойди. Как тебя зовут? Джушиба, великая царица. Мне говорили, что ты самая искусная сводня в Ашкелоне. Я хочу, чтобы меня полюбил мужчина. Понимаю. Но для этого нужно приложить усилия. Существует такое искусство? Искусство любви. Конечно. Мужчины любят, когда их ласкают. Но все мужчины разные. Этот завоеватель. Такого легко затащить в постель. Но трудно долго держать его там. Он должен верить, что, несмотря на то, что ты много ему отдала, ему еще есть что завоевывать. Замечательно, правда? Да, конечно. Говорят, что свет видно за 30 миль. Что слышно об армии Птолемея? Так и стоит на границе, охраняет от Клеопатры. Сколько их? 20 тысяч. Если они выступят против нас, их будет в 5 раз больше. Слава Цезарю. Агенобарб. Мы нагрузили зерном 6 кораблей. Хорошо, это покроет долг Птолемея. Не надо, чтобы народ голодал. Большую часть зерна взяла их армия для войны с Клеопатрой, остальное разграбили. Приведите мне царского хранителя. Великий Цезарь, поверь мне, я и не думал красть это зерно. Казните его. Нет, нет, не надо. Я могу все вернуть. Это Патин, это Патин. Патин. Возможно, он продает его нашим врагам на Востоке. Жаль, что нельзя кастрировать евнуха. В чем дело? Сделай что-нибудь. Спаси меня. Разбойники! Разбойники! Прости, император. Этот человек говорит, что принес тебе подарок. Прекрасный ковер, повелитель. От Клеопатры. От Клеопатры? Оставьте здесь. Но ты еще не видел его. Завтра. Но, повелитель, государь, царица Клеопатра приказала мне развернуть ее в твоем присутствии немедленно. Разверни. Сколько людей охраняют гавань? 2 центурии. Утройте их количество. Мы не должны терять контроль над портом. Расставьте их здесь, здесь и здесь. В случае нападения гавань останется единственным выходом.
Ты слишком молода для богини. Я дочь Изиды. Клеопатра. Цезарь. Что же влечет тебя к Цезарю? Мой отец был верным союзником Рима. Именно меня он короновал перед смертью. Я законная царица Египта. Твоя сестра так не думает. Она все время лжет. А юный Птолемей? Глупый мальчишка. Им вертит изменник-регент. Я законная наследница. Народ это знает. Он поддержит меня. Народ. Народ обрадуется, если тебя и всю твою семейку бросят на съедение нильским крокодилам. Я устал. Ты должно быть тоже. Тебе пора в кровать. В какую? Если узнают, что я во дворце, меня тут же убьют. Есть лишь одно безопасное место. Твоя кровать. Ты ведешь себя не слишком скромно. Цезаря прославила нескромность, а отвага. В этом нет необходимости. Это не повлияет на мои решения. Я никогда не касаюсь женщины против ее желания. И сегодня тоже? Боишься меня? Нет. Я никого не боюсь. Ты никогда не делал этого раньше. Кто ты, Клеопатра?
Тебе можно верить? Я Египет. И он твой. Только на одну ночь. Мы должны немедленно восстановить доверие народа к своим вождям. Иначе Египет скатится в анархию. Согласны? Безусловно. И лучший способ восстановить порядок — провозгласить Арсеновию и Птолемея. А что она здесь делает? Она пришла ко мне вечером, и мы побеседовали. Я удивлена. Великий Цезарь беседует с врагом Египта. Он хотел узнать правду, как вы с Патином задумали убрать меня. Настроили против меня брата. Настроили брата? В этом не было нужды. Даже мальчишка видит, какая ты лживая, подлая. Это ты предала. Замолчите. Вы обе. У тебя очень темпераментные сестры. Цезарь, если позволишь... Юный Птолемей, поскольку твой отец всегда платил долги Риму, Рим признавал независимость Египта. Ты останешься царем. А царицей будет твоя сестра Клеопатра. Это неслыханно! Далее... Я решил, что ты и Клеопатра поженитесь. Ни за что. Моим мужем не будет мальчишка. Ты египетская принцесса. Согласно вашему древнему обычаю, браки между братом и сестрой, если не царского рода, вполне допустимы, каким бы отвратительным это ни казалось. Вы сможете достичь цели и сохранить целостность Египта. Тебя волнует Египет? Меня очень волнует Египет. Он источник великого богатства. Я не позволю вам разорить страну гражданской войной. А как же я? А ты поедешь на Кипр. Я верну его династии Птолемея. Кипр? Этого мало. Цезарь, могу я просить... Патин, твои услуги будут вознаграждены. Это все. Царица Клеопатра, можешь остаться. Как ты мог? Я сделал тебя царицей Египта. Мне что, благодарить тебя? Пойми, это не благодарность, а тем более не безумие. Ты должна навести здесь порядок и выплатить долг Риму. Я просто обеспечиваю свои вложения. Чем скорее я покину это змеиное гнездо, тем лучше. Змеиное гнездо? Это твоя заслуга. Моя заслуга? Да. Это все твоя римская алчность и высокомерие. Год за годом ты шантажировал отца, заставлял его покупать мир. Если бы я правила... Я объявила бы вам войну. И потеряла бы все. Учись быть царицей. Я и так царица. Пока еще нет. Пока еще. Ты должна научиться думать по-царски. Стратегически. Начни править вместе с Птолемеем и распусти его армию. Друзья мои,
Давайте отпразднуем наш успех. Птолемей и Клеопатра поклялись жить в согласии, как муж и жена, и править, как единое целое. Мир и дружба вновь воцарились в правящей династии. Больше нет нужды угрожать друг другу. Я с огромным удовольствием оказываю честь и доверяю нашему дорогому другу Патину срочно доставить эту великую весть в Пелузию. Мы распускаем армию. Пусть солдаты мирно разойдутся по домам. Моя личная стража проводит тебя. Патину нельзя доверять. Если пошлешь его в Пелузию, он подчинит армию своим целям. Пойдем со мной. Нет, 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 нет. Иногда нужно первым наносить удар, Клеопатра. Я одобряю твой поступок. Начинай переговоры с египтянами. Отправим его голову. Великая царица, не ожидал тебя увидеть. Идиот! Как ты дал Клеопатре обмануть себя? Посылай корабли на Александрию, выступая на рассвете. Вперед! Цезарь! Цезарь! В чем дело? Прости меня, император. Арсенои и Птолемей бежали. Они исчезли из города. Они ушли в Пелузию. Поднимать армию, чтобы выбить нас из Александрии. Соберите мой штаб немедленно. Оставить гавань. Мы пустим их в город. Но тогда мы не сможем отступить, и ты потеряешь империю. Не стоит ввязываться в битву. Вернемся в Рим. Цезарь, у нас нет выбора. Нет, Цезарь прав. Дав бой в городе, мы заманим их в ловушку. Все улицы ведут на Дворцовую площадь. Там их можно разбить. Ты читаешь мои мысли, Клеопатра. Сограждане, нам уже приходилось ставить на кон все и побеждать. Поднимем же ставки. Главный приз — Египет.
налей. Дай им войти. Дайте им войти! Пустите их в город! Вперед! Остановить конницу! Руфи! Руфи, пожар! Библиотека горит! Надо что-то делать! Нет, царица! Слишком опасно. Целься! Стреляй! Это конница врага. Нам надо уйти в безопасное место. Царица! 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 Ты не ранена? Прости меня, царица. Ты не можешь покинуть дворец. Помоги мне, Руфи! Горит наше сокровище! Вперед! За царицу! Вперед за царицу! Победа! Где она? Здесь у тебя будет шрам. Ничего. Сегодня я потерял 700 человек, но одержал величайшую победу.
А где Арсиноя и Птолемей? Их еще не нашли. Но далеко им не уйти. Значит, ничего еще не кончено. Вперед! Вперед! Скорее вперед! 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 Сдавайся! Нет! Теперь ты одна правишь Египтом. Что собираешься делать? Объединю страну и верну ей процветание. Долг Цезарю будет выплачен. Непременно. А где Арсиноя? Мы схватили ее. И? Вы убили моего брата? Почему не убили ее? Так ты хочешь оставить ей жизнь? Использовать ее против меня? Арсиноя — большая ценность для меня. Она моя. Нет. Где она? Прошу прощения, царица. Мне приказано никого не пускать. Я царица Египта. А это мой дворец. Отойди. Хочешь убить меня? Пока нет. Скажи, Арсиноя. Тебе жалко нашего бедного брата? А тебе? Он был твоим врагом, как и я. Это твоя вина. Я только хотела защитить его от тебя. Ты ведь пойдешь на все, чтобы отстоять свою власть. Даже станешь шлюхой Цезаря. Я не шлюха. Я его покорила. Ты отдала ему наше царство. Ты убила нашего отца. Это ложь. Ты хотела влить яд в его душу, настроить против меня. А когда он тебя не послушал, ты отравила его. Ты убила его. Неправда. Я любила отца. Ты не знаешь, что такое любовь. Твоя зависть, твоя алчность, твоя жажда власти. Ты омерзительна. Но сегодня все будет кончено. Если убьешь меня, Цезарь станет твоим врагом. Он увидит, кто ты на самом деле. Змея и шлюха. Думаешь, Цезарь захочет видеть тебя на троне, когда устанет от тебя в постели? Так, шлюха? Так? Ты нарушила мою волю. Почему? Так надо. Это у вас в крови. Сестры убивают сестер, отцы дочерей. А в Риме по-другому? Все кончено. Я положила конец вражде до рождения моих детей.
больше не обманывай меня. Спасибо, что привезла меня сюда. А ведь ты не хотел. Потому что я римлянин. Потому что ненавижу безделье. Потому что эротическая чувственность — это вид вероломства. Вот так Египет покоряет Рим. Наплевать. Ты счастлив со мной? Да. Смотри, богатство Египта. Твой приз. В союзе с Египтом ты покоришь Восток, весь мир. Не забывай, я читаю твои мысли. Сделаем это вместе. Египет и Рим. Величайшие империи в истории мира. Цезарь и Клеопатра. Новая династия. Великолепно. Никто не знает, кто его сделал и зачем. Это тайна. Такая же, как и ты. Он охраняет гробницы мертвых фараонов, пирамиды. Это каменное божество, одиноко торчащее посреди пустыни, и станет основой будущего. Царь Фарнас поднял мятеж в провинции Понт. Всех римлян он убил или оскопил. Что еще? Марк Антоний прислал депешу из Рима. Твои враги настраивают против тебя сенат, в их числе и Брут. Что он говорил на этот раз? Что тебе нет дела до республики, что в Египте ты погряз в роскоши? В роскоши? Он прав. Ну? Ты беременна. Я знала. Я, кажется, давал тебе кое-что для того, чтобы этого не произошло. А может быть, я хотела ребенка? Зачем? Он будет от Цезаря. Он защитит его, а с ним и Египет. Но ему не дадут признать его своим. Рим не потерпит смешения крови Цезаря и восточной красавицы. Он уже потряс Рим до самых основ. Он добьется всего, чего захочет. Он бог! Я знаю тебя с детства. Скажи мне правду. Это твоя стратегия? Или ты просто влюбилась? А в чем тут разница? Когда ты ему скажешь? Поставлю тебе 3 легиона. Хватит для поддержания мира. За Клеопатру отвечаю жизнью. Следи, чтобы никто не навредил ей. И чтобы она не навредила никому.
Что ты делаешь? Прощаюсь с роскошной жизнью. Сейчас? Сколько я могу ждать, по-твоему? Мне надо что-то сказать тебе. Ну, что такое? Ты нужен мне. Ты нужен Египту. Египет подождет. И ты не защитишь свои владения? Здесь голод, заговоры, бунты, а ты... Ты царица Египта. Оставляю его тебе. Если ты уйдешь, потеряешь свою лучшую провинцию. Потеряешь меня. Клеопатра, я вернусь. Боги вовсе не так жестоки, но у меня есть долг. На короткий миг мы с тобой были одни во всем мире. Но этот миг прошел. Рим должен быть отмщен, а моя власть восстановлена. Да защитит тебя Изида. Мы все знаем о событиях в Понте. Целостность Рима нарушена. Римские легионы разбиты. Тихо! Пусть говорит. Римские женщины и дети убиты. А где могучий Цезарь? Развлекается в Египте с иноземной царицей. Его отсутствие... просто позор. Возражаю. Твое неуважение к Цезарю столь же гнусно, как и твои безответственные речи. Как смеешь ты обвинять человека, победившего галлов, раздвинувшего границы Рима до немыслимых пределов? Марк Антоний, я всегда ценил заслуги Цезаря. Но никогда не ценил его доброту и чуткость. Октавиан, ты любишь своего дядю. Цезарь унизил Рим своим бесстыдным поведением. Спасибо, Кассий. Ложь. Цезарь ничего не делает без причины. Все на пользу Рима. Но, Антоний, а как же равнодушие к страданиям его сограждан, его римлян? Как же с этим, Антоний? А кто подавит беспорядки в Понте? Кто отомстит за Рим? Не ты со своей риторикой, Брут, только Цезарь. Прекрасно, Антоний. Если мы его найдем, его не надо искать. Я прервал тебя, Брут. Сенат. Привет тебе, император. Этот был пьян и утопил своих четырех детей. Собственных детей? Казнить. Приветствую великую царицу. У меня для тебя новость. Чермиона, Ирина, скорее. Потрогайте. У него уже сила Цезаря. Руфи, надеюсь, ты сдержал обещание? Если эта весть дойдет до Рима, я буду очень недовольна. Твоя тайна умрет со мной, царица. У меня вести от Цезаря.
Это копия его сенатского отчета. Мардиан, он покорил Понт. И это от Цезаря. Он послал тебе приглашение в Рим. Оно даже не подписано. Его писал секретарь. Похоже на приказ. Он хочет, чтобы я присутствовала при его в триумфе. Почему он не написал сам? Ну, его замыслы простираются на весь мир, Цезарь. Возможно, ему было не совсем удобно. Неудобно? А может быть, мне неудобно покидать Египет? Напиши секретарю. Напиши, что я отклоняю приглашение. Прошу прощения. Я царица Египта. Я еду куда хочу, и только тогда, когда хочу. Можешь идти, Руфий. Следующий. Этот человек напал на римского офицера, когда воровал зерно. Казнить. Говоришь, напал на римского офицера? Да. Как тебя зовут? Геварий. Зачем ты воровал мое зерно? А ты не заметила, что твой народ голодает? Ты слепая? Неудивительно, что люди ненавидят тебя. Они твои дети, но тебе наплевать на них. Ты внушаешь им только страх. Но я не боюсь тебя, царица Клеопатра. Отпустите его. Прости меня, великая царица. Этот человек напал на римского воина. Это дело римского суда. Так почему приговор отправили на одобрение ко мне? Из вежливости. Тем не менее, я решила. Отпустить немедленно. Здесь полно зерна, так? До краев, царица. Зерна полно, а люди голодают. Его хотели отправить в Рим, царица. Вечный отцовский долг Цезарю. Мое зерно принадлежит народу, а не Риму. Идите и берите. Но тогда они убьют нас. Во имя моего нерожденного сына. Ни один римлянин не возьмет ни зернышка, пока голодает народ Египта. Командир, отзовите людей. Берите. Оно ваше. Верьте мне, я не враг вам. Берите. Пошлите за повитухой. Ой, Зида.
Так. Дыши глубже. Тужься, тужься. Еще. Молодец. Тужься. Где он? Покажите мне. Маленький, но сильный. Как ты его назовешь? Я сама дам ему имя. Опасная фантазия. Цезарь даже не может признать его своим сыном, и уж тем более своим наследником. Дражайшая царица, ты бросаешь вызов самому могущественному человеку в мире. Там много народу. Весь Египет. Что ты делаешь? Ты же только что родила. Мой народ хочет видеть меня. Вот принц Египта. Вот сын Цезаря. Птолемей Цезарь. Я покажу его отцу. Я поеду в Рим. Это Цезарь. Царица Клеопатра. Великая царица. Можно? Кто ты? Я Марк Антоний, начальник императорской конницы. Прошу прощения, что Цезарь не приветствует тебя лично, но у него в Риме очень важные дела. Он просил меня выразить почтение и восхищение твоей царственной персоне, особенно восхищение. Подожди снаружи, начальник конницы. Положи дитя в отдельные носилки и никому не показывай. Иди. Как тебе наша прекрасная страна? В детстве я охотился здесь. Что означает твоя должность, начальник конницы? То, что я служу Цезарю и облечен его доверием и дружбой. Так ты его слуга? Нет, я командир в его армии. Thank you.
Ваша страна богата. Мой муж хорошо там пограбил. Он не грабил. Эти дары я дала ему сама, по доброй воле. Ты так думаешь? Их представили как военные трофеи. Царица Египта. Что они кричат? Кажется, шлюха Цезаря, великая царица. Нет, Брут. Дело в том, что наш календарь основан на лунном цикле, и поэтому не точен. Ты же не хочешь сказать, что введешь новый календарь? Я хочу улучшить его. Ты хочешь изменить всю нашу жизнь. Поистине мы прокляты богами. Царица Египта. Время не нуждается в твоей защите, Брут. Приветствую тебя, Клеопатра. Хорошо, что ты вернулась. Прости нам наши римские обычаи. Если царица так плохо думает о римских обычаях, ей лучше вернуться в Египет. Вы осмотрели военные трофеи, а теперь увидите драгоценнейшее сокровище Египта. Это твой сын, Птолемей Цезарь. Кладу его к твоим ногам. Почему ты не берешь его? Это не сын Цезаря. У тебя нет доказательств. Не трогай его. Если дотронешься, значит, признал его. Это мой сын. Его зовут Птолемей Цезарь. Ты обзавелся соперником Октавиан. Я недооценил тебя, Клеопатра. Знаю, что ты натворила. Нанесла удар прямо в сердце. Я тебе кто? Шлюха, родившая от тебя ублюдка? Я царица,
А Цезарион твой наследник. Он мой сын, мой наследник Октавиан. Но он не твой сын. Он римлянин. Я вернусь в Египет, где мой сын получит реальную власть и исполнит свое предназначение. Если ему позволят. Наш сын получит власть только если Египет будет независим от Рима. А это уже в моей власти. Египет свободен лишь потому, что я так хочу. А ты остаешься царицей только по моей воле. Потому что я люблю тебя. Как сильно ты любишь? Я готов лишиться всего ради тебя. Здесь очень опасно для тебя и нашего сына. Я пошлю к вам Марка Антония. Ему можно доверять. Цезарь, я очень озабочен. Чем именно? Египетская царица и этот ребенок, которого ты признал своим. Он мой, Октавиан. Цезарь, Клеопатра использует тебя в своих целях. Все это видят, кроме тебя. Еще ребенок. Надо что-то делать. И что, Октавиан? Избавиться от него. Он опасен для тебя. Мой сын не опасен мне, Октавиан. И тебе тоже. Ты мой наследник в Риме. Его страна Египет. Но если хоть волос упадет с его головы, я тебя убью. Прошу прощения. Я буду внимательнее. Ты любишь выпить? Когда нужно, царица. Счастливчику Цезарю. Любимцу богов, раз ему досталась ты. Когда он придет ко мне? Ты видел его? В чем дело? Цезарион. Он жив. Слава Цезарю! Слава Цезарю! Судьба Цезаря. Его божественные силы меняют представление о человеческих способностях. Они абсолютные и совершенные. Я принимаю титул как должное. Как пожизненный диктатор и полубог, я подавлю мятеж в Испании. Я укреплю наши границы в Сирии и Африке. Окружу Средиземное море железным кольцом. И тогда, сограждане, мы обрушим всю мощь Рима на восток. Против нашего самого могучего врага. За наш самый ценный трофей. Парфию. Слава Рима воссияет ярче, чем солнце. Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю!
пожизненный диктатор. Царь. Царь. О, Цезарь, стряхни с себя мелочные римские заботы. Стремись к большему. Пусть они чтят тебя как Бога. Неудивительно, что я так люблю тебя. Я возьму свой самый ценный трофей. Парфию. Мне нужна твоя помощь. Мы покорим ее вместе, Клеопатра. Ты и я. Египет и Рим вместе, рука об руку. Ты понимаешь всю грандиозность нашей мечты? Конечно, понимаю. Сначала ты должен развестись с Кальпурнией, жениться на мне и провозгласить Цезариона наследником. Я не могу. Тогда ему конец. И прекрасно. Создай что-то новое, более великое. Цезарь — это Рим. Мои мечты не знают границ, Клеопатра. Но это римские мечты. Значит, они несбыточны. Я вернусь в Египет. Я там законная царица и богиня, а не просто твоя любовница. Нет, я запрещаю. Ты останешься здесь. Запрещаешь? Ты приказываешь мне? Ты не совсем права. Просто это пошло бы нам обоим на пользу. В чем здесь моя польза? И Египта. Если ты победишь Парфию, я все равно буду шлюхой Цезаря, а мой сын его ублюдком. А если проиграешь, гнев парфинян обрушится на мой народ. Цезарь не проиграет. Ты не веришь мне? Не веришь? Отвечай. Почему я должна верить твоим словам? Верить, что завтра ты не умрешь, дашь свободу Египту, женишься на мне и будешь хорошим отцом? Ты даже не видишь, что твой дорогой наследничек хочет убить нашего сына. Не клевещи на Октавиана. Я скажу. Я мать. Я знаю это сердцем. Мой сын в опасности. Наш сын. Будущее Рима. Его будущее — Египет. Его ждет более великая судьба. Как твой наследник, он объединит два мира. Я не позволю. Этого не будет. Тогда ты ничто для меня. Ничто! Цезарь! Цезарь, куда ты? Возвращайся домой, Клеопатра. Возвращайся в Египет. Я завоюю Парфию без тебя. В святом для Рима месте выставил статую своей шлюхи. У него есть сын. Он и тебя предаст, Октавиан. Он слушает только Клеопатру. Что вы хотите от меня? Будь с нами против него. На благо республики, Октавиан. Ради Рима. Я не могу предать Цезаря. Но и вам не буду мешать.
Боги сегодня хмурятся. Цезарь. Марк Антоний, Вульфия просит тебя о срочной встрече. Иди. Брут, я не могу и не поддержу вашу петицию. Вульфия сегодня нет дома. Думаю, ты ошибаешься. Вряд ли. Я Цезарь. Давайте. И ты, Брут. Что случилось, царица? Что-то... Где же вы? Где вы, ублюдки? Здесь лежит тело Цезаря. Здесь лежит душа и сердце Рима. Все, о чем он мечтал. Они не могли понять его величие. Слишком ничтожны были они, чтобы понять его. И вот эти людишки подло убили его. Они вырвали сердце у Рима. Помните, что они сделали с ним. Ибо я клянусь вам, сограждане, что до последнего вздоха я буду мстить за его смерть. Я отомщу за Цезаря. Я отомщу за Рим.
Асий! Асий! Дай мне умереть с счастью. Поздравляю с великой победой. Жаль, что ты был слишком болен. Будут новые битвы. Да, конечно. Касси погиб. От своей руки. Прекрасно. Такая долгая, тяжелая война. Цезарь отомщен. И 3 лет не прошло. Дело не кончено, Брут жив. Он тоже погиб от своей руки. Умер смертью героя. Зачем ты это сделал? Я хочу привести голову предателя в Рим и положить ее к изваянию Цезаря. Цезарь никогда не глумился над телами своих врагов. Он убил Цезаря. Он подлый убийца. А ты мясник. Октавиан вторгнется в Египет. Это лишь вопрос времени. У него слишком много дел, царица. Он теперь правит вместе с Марком Антонием. Что на это скажешь, Руфий? Они разные люди, царица. Рано или поздно, но они сцепятся. А когда они сцепятся, чью сторону ты примешь? Как долго я могу полагаться на тебя? До самой моей смерти. Такова воля Цезаря. В завещании Цезаря нет ни слова о Цезарионе. Если Цезаря нет, кто гарантирует нам независимость? Я строю корабли. Скоро у нас будет великий флот. Это большие деньги, великая царица. Главное — отбросить Октавиана. Он уже пытался убить моего сына. И попытается снова. Что ты говоришь? Ты хочешь начать войну с Октавианом? Я хочу защитить моего сына. Мы должны быть готовы. А для этого нам нужен самый мощный в мире флот. И сколько таких кораблей? Больше 200, великая царица. Хорошо. Я очень довольна. Это разорение для Египта. Лучше разорение, чем неволя. И что мы будем делать с этим флотом? Ты что, всерьез хочешь сразиться с могучим Римом? Ну, не совсем Римом. Флот готов. Где Марк Антоний? Кажется, в Тарсе. На полпути сюда. Надо перетянуть его на свою сторону. Я немедленно еду туда. Итак, у нас кончаются продукты, а люди не платят месяцами. Пока они любят тебя, император, но надолго ли?
Кто это? Царица Египта. Кто же еще? Здравствуй, Дионис. Неожиданная радость. Ты не приехал ко мне в Египет. Но ты меня не приглашала. Я ждал 3 года. Так ты был занят на войне? Не так уж и занят. Не пора ли отдохнуть? Конечно. К столу? Конечно. Brave gentlemen, I offer you this trifle of a gift. Отпразднуем новый союз между Марком Антонием и царицей Египта. Ты очень щедра. Зачем ты это делаешь? Египет богат. Я люблю делать подарки. Если ты хочешь быть моим союзником... Я и так твой союзник, но я хочу большего. Поговорим завтра, когда ты протрезвеешь. Спокойной ночи. Подожди. Смотри, Антоний. Это ты. Зачем ты это сделала? Как ты смеешь вторгаться в мои покои? Оставьте нас. Ты приехала, чтобы посмеяться надо мной? Весь вечер ты со мной играла, а теперь ты гонишь меня. Да, я гоню тебя. Проклятье, женщина. Чего ты хочешь? Не я хочу. Это ты должен хотеть править вместе со мной Египтом и Римом и посадить на трон моего сына. Что ты говоришь? С ума сошла? Иначе Октавиан убьет нас обоих. Ты это понимаешь? Я понимаю, что ты сошла с ума. Ты любишь только себя и одержима властью. А ты, солдафон, одержимый дисциплиной. Послушно выполняешь приказы, стелишься перед Октавианом. Я ни перед кем не стелюсь, тем более перед женщиной. Тогда будь сильным. Будь как Цезарь. Я не Цезарь. Ты прав. Чувствуешь, как бьется? Это бьется жизнь. Непокойный властитель, а я, Марк Антоний, здесь, с тобой. Сейчас. Я тебе не лошадь, конюх. Убирайся. Thank you.
Сдаюсь. Твое тело не похоже на... Цезаря? Моложе. Больше шрамов. Я и не думала, что увижу тело еще одного мужчины. Тебе надо проводить со мной больше времени. Каковы условия моей сдачи? Поедем в Египет. Там время течет медленно, восхитительно медленно. Тогда поедем. Но сначала разорви союз с Октавианом. Ты хоть понимаешь, что это значит? Это гражданская война. Она уничтожит Рим. Я не могу. Тогда больше меня не увидишь. Ты принимаешь мои условия, любовь моя? Даже не проси меня. Отвечай. Клеопатра, прошу тебя. Мне нужен ответ. Нет. Я не пойду против моей страны. Возвращайся в Рим к своему хозяину. Конюх. Ты опоздал. Я не так пунктуален, как ты, Октавиан. Цезарь, не Октавиан. Этот титул надо заслужить, Октавиан. Мы созвали эту встречу, чтобы разделить все римские провинции между вами, двумя соправителями. Нам не нужна новая гражданская война. Я не хочу такой войны, и мне плевать на амбиции человека, ставящего себя выше Цезаря. Цезарь сам избрал меня своим наследником. Ты обманом втерся к нему в доверие. Помолчите, вы оба. Вы были союзниками в войне, так будьте же союзниками и в мире. Правьте империи на равных. Пока он остается на своей территории, я останусь на своей. Я возьму земли на востоке, в том числе и Египет. Конечно, кто еще может править страной, погрязшей в неге и роскоши? На это можно согласиться, но у меня есть дела в Египте. Если не хочешь гражданской войны, не лезь в Египет. Все что угодно, но только не это. Забирай, что хочешь. Ну и прекрасно. Я беру Испанию, Галлию и Африку. Согласие достигнуто. Восток — Антонию, запад — Октавиану. То есть, Цезарю. Все понятно? Но разве что... не мешало бы заключить между нами частное соглашение. Думаю, нашей дружбе нужны более надежные гарантии. Что это значит? Надо скрепить наш союз. У меня есть сестра Октавия. У тебя нет жены. Ты станешь членом нашей семьи.
Тогда наши интересы будут совпадать. Я даже сделаю тебе свадебный подарок. Наши легионы в Галлии. Согласен? Это я, а там справа... Ты... Но он не похож на меня. Этого и не требуется. Всех фараонов изображают одинаково, ведь наша династия бессмертна и непрерывна. Прости, я не хотел тебя напугать. Мои братья и я приветствуем тебя, дочь Зиды, в храме Солнца. Зачем ты пришла, богиня? Моему сыну пришло время узнать о наших богах. А я... Я хочу узнать о себе. О своей судьбе. Ты найдешь ответы здесь. Идем со мной. Одна, пожалуйста. Вот здесь солнце, твой отец, каждое утро освещает обелиск, начиная новый день. Солнце возродилось. Священная кобра богиня, твоя защитница. Обыкновенных людей она убивает. Но если укусит бессмертного, такого как ты, тогда это дар. Укус кобры отправит тебя прямо к богам. Почему его так долго нет? Жители Александрии воздают почести великому Антонию. Благородная царица. Мой самый нежданный гость.
Мое почтение Птолемею Цезарю, властелину двух стран. Эта малышка пробралась на мой корабль. Я подумал, что она будет тебе хорошим товарищем. Надеюсь, мы с тобой станем большими друзьями. Благодарю, великий воин. Зачем ты приехал? Чтобы собрать дань, взять зерно за долги, осмотреть свои владения? Зачем? Чтобы вкусить удовольствие Египта и преподнести тебе ценный подарок. Себя. Марк Антоний не воюет с Египтом, а сдается на милость. Я не люблю Октавию. Я женился во имя мира. Ты был моим другом и женился на сестре моего врага. На то была причина, Октавиан. Величайший воин стал величайшим лжецом. Я хотел защитить тебя. Защитить свои интересы. Октавиан отказался от Египта. И ты веришь ему? Помолчи, пожалуйста. Как ты мог? Забудь, Октавия. Я женился по расчету. А жить хочу по любви. Клеопатра, мое сердце сильно бьется, мой взор ясен, я вижу только тебя. Все, чего я желаю, все, что я ценю, это ты, только ты. Отдаю тебе себя, моя царица, я весь твой. В глазах богов мы единое целое. Я отдаю себя. Я отдаю себя Египту. Граждане Александрии, я стою перед вами во всем величии Рима. Объявляю вам, что царица Клеопатра, вдова Гая Юлия Цезаря, была его единственной и законной супругой. И что их сын, Птолемей Цезарь, единственный и законный сын великого Цезаря. Иди сюда, юный Цезарь. Пусть люди увидят тебя. Пусть знает весь мир, что я, Марк Антоний, расторгаю свой вынужденный брак и беру в жены царицу Клеопатру. И в честь этого великого союза я присоединяю к владениям Птолемея Сирию до самых ее пределов. Он не только провозгласил египетского ублюдка наследником Рима, он передал Сирию иностранной державе. Позор! Не будет преувеличением сказать, что Марк Антоний – бесчестный человек. Там, на Востоке, он валяется в грязи с нильской шлюхой, поймавшей его на тот же крючок, что и Цезаря. Объявляю вам, сограждане, что Марк Антоний разорвал наше соглашение. Верно. Ради блага империи я, как соконсул, должен сделать то, что требует законы Рима. Война! Я объявляю справедливую и праведную войну против Антония и Клеопатры.
Гораций и Корнелий, попробуйте эти пирожные. Их трудно достать в Галлии. Что ты тут делаешь? Принимаю командование. Это люди Антония. У тебя есть письмо от Антония? Антония больше не интересует дела Рима. Он думает только о Египте и Клеопатре. Я не отдам тебе гальские легионы без личного приказа Антония. Тогда ты умрешь. Эти люди верны Антонию. Тогда они пойдут за тобой. Антоний! Корнелий! Я отомщу за тебя! Остановите его! Вперед! За ним! Гораций, что случилось? Почему ты в Александрии? Повелитель, Октавиан подчинил себе гальские легионы. А что Корнелий? Убит. Октавиан нарушил клятву? Император, отправляйся в Рим. Обратись к Сенату с жалобой. Ударить первым. Ведь так ты говорила. Гражданская война? Римляне против римлян. Антоний, обратись к Сенату. Сокрушить мир, пока он не сокрушил тебя. Мы не будем ждать Октавиана. Мы сами к нему придем. Флот, моя царица. А там Октавиан. Силы почти равны. Мне это не нравится. Что тебе не нравится? Не следует атаковать с моря. Если мы хотим победить, надо избрать римскую тактику. Быстрый удар по суше. Октавиан запер нас в заливе. У нас нет выбора. Мы должны пробиться. Но, Антоний, это опасно. Все решится здесь. Да помогут нам боги. Это корабль Антония. Быстрее! Быстрее! Марк Антоний путает флот с кавалерией. Но если уж он так хочет... Терпение, терпение. Мы заманим его. Он идет слишком быстро. Он спешит. Он попадет в ловушку. Назад. В атаку! Yeah.
на абордаж. Сойди вниз, моя царица. Деритесь за свою царицу! Отбросьте их! Отбросьте! Антоний! Его корабль затонул. Может, он еще жив? Прости, но после такого нельзя выжить. Октавиан будет искать тебя, моя царица. Я не могу бросить его здесь. Надо что-то делать. Надо спасать тебя, пока не поздно. Ради Египта. Антоний. Дайте воды. Изида, мать моя, не отворачивайся от меня. Не отворачивайся от Египта. Приветствуем тебя, Антоний! С победой! Поздравляю, Антоний. Выпей со мной. С победой! Нет. Нет. Все кончено. Кончено. Антоний! Оставьте нас. Оставьте нас. Я думала, ты погиб. Я погиб. Нет, нет, не говори так. Это место как огромная могила. Можно сидеть здесь, пока не станешь мумией. Ты бросила меня. Мне сказали, что ты погиб. Что мне оставалось делать? Сегодня я не мог поверить своим глазам. Город празднует победу. Надо было выиграть время. Не дать людям удариться в панику. Организовать оборону. Оборону? Какую? Октавиан разбил нас полностью. Он не победил меня. Я все еще правлю Египтом. Как? Лжешь своим подданным?
Как ты могла убедить их, когда нас так жестоко разбили? Тихо! Твои люди услышат. Мои люди? Какие люди? Морское дно усеяно костьми моих людей. У тебя осталось 4 верных легиона. 4 легиона. Ты потерял надежду. Все может быть. Однажды Цезарь с 2 легионами остановил целую армию. Я не Цезарь. Я не Бог. Я не царь. Я человек. Всего лишь человек, отхвативший слишком большой кусок. Приветствую, Афродита. Приветствую в царстве Бакхуса. Октавиан дошел до Ашкелона. Ашкелон далеко от Александрии. Пойдем, потанцуем. Ты долго собираешься пьянствовать? А что ты хочешь? Чтобы я во главе 4 легионов дал ему бой? А ты отпразднуешь новую победу? Так? Истинный правитель не трусит. Я не трус. Я просто бездомный бродяга. Мне негде скрыться, кроме как у жены. Хватит! Хватит все вон! Вон! Счастливо. Я доверяла тебе. Я верила в тебя. Верила в твою силу. Неужели я ошиблась в тебе? Ты ошиблась в себе. Это тебе свойственно видеть победу в поражении, но не мне. Я боюсь. Боюсь, что не могу вести людей. Надо было умереть. Надо было. Где мой меч? Я должен... Должен умереть с честью. Мои люди верили в меня. Так умирают цари. Прекрати! Дай мне мой меч. У меня есть честь. Честь не в этом. Хочешь оставить о себе такую память? Мужчина, не верящий в себя. Вставай и дерись. Вставай! Будь мужчиной! Хорошо, я буду мужчиной. Антоний, смотри. Смотри на меня. Мы будем драться. Антоний, позволь мне идти с тобой. Нет, мне нужен верный человек здесь. Береги царицу. Цена жизни.
рассчитывали встретить только 6 легионов. Братцы! До победы! Быстро закрывайте ворота! Быстрей, быстрей! Где Олимпос? Надо немедленно вывести Цезариона! Цезарион. Цезарион, ты отправишься в путешествие. Красивый корабль отвезет тебя в Индию, страну многих чудес. А ты поедешь со мной? Нет. Мама останется здесь. Ты не умрешь? Нет. Не надо. Не умирай. Я не хочу ехать. Какие новости? Мы проиграли. Их слишком много. Октавиан идет сюда. Прочь с дороги! Что ты здесь делаешь? Где мальчик? Его здесь нет благодаря Изиде. Нет? Что это значит? Это не важно. Он в безопасности. Послушай, Мардиан. Цезарион в страшной опасности. Скажи мне, где его найти? Да, но я обещал царице. Только я могу защитить его. Его увезли из страны. Верно? Куда? В Иудею? В Сирию? Неважно, мы найдем его. Как ты мог предать свою царицу? Она не царица мне, ты старый жирный дурак. Я служу только Риму. Предатель. Предатель. Богиня, богиня, подожди. Я принес тебе это из храма солнца, богиня. Это ускорит твою встречу с богами.
царица, что это Марк Антоний. Царица, царица, это Антоний. 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 Это Антоний. Он жив. Вносите его. Закрывайте ворота. Антоний, муж мой, любовь моя, не уходи без меня. Посмотри на меня, Антоний, посмотри на меня. Как прикажешь, моя царица. Мы проиграли. Для меня ты само величие. Я здесь. Я с тобой. Не сиди. Не сиди со мной. Сражайся. Я не покину тебя. Я буду ждать тебя в следующей жизни. Мы с тобой встретимся. Я всегда буду рядом. Смирно! Антоний! Царица Клеопатра! Выходи! Покажись мне! Открой! Она жива? Не знаю. Принесите таран. Итак, Антоний отправился к Цезарю. Нет, он здесь со мной. Бери богатство Египта и дай мне спокойно умереть. Я не хочу, чтобы ты умирала. Я покорил великую страну, великую царицу. Я желаю, чтобы ты поехала со мной в Рим. Чтобы идти за твоими колесницами? Быть твоим египетским трофеем? Добычей Октавиана? Да, именно так. Я не подчиняюсь и высшим существам, а уж тем более тебе, простому смертному. Я богиня. Я бессмертна. Ах да, дочь Изиды. У нас с тобой много общего. Мы обречены следовать своим натурам.
выполнять свое предназначение. Но я победил Клеопатра, и ты поедешь в Рим. Я поеду с тобой в Рим. Но взамен кое-что потребую. Что угодно, я могу быть великодушным. Пусть мой сын правит Египтом. Об этом рано говорить. Тогда дай похоронить Антония по египетскому обряду. Здесь, в этом месте. Тогда я поеду с тобой как царица Египта, склонившись перед могуществом Рима. Прекрасно. Мне нужно подготовиться. А мои символы власти? Конечно, я отдам их тебе. Мне они не нужны. Проследи, чтобы она себя не убила. Подожди меня, Антоний. Уже скоро. Наша царица, что вы с ней сделали? Почему ты не защитил меня, Руфи? К сожалению, это было невозможно, царица. Нам надо помолиться в одиночестве, вдали от римских глаз. Боюсь, что не могу этого позволить. Ты уже должен знать наши обычаи. Ты не веришь мне? А я верила тебе все эти годы. Где наша царица? Что вы с ней сделали? Хотим видеть царицу! Хотим видеть царицу! Открой двери, Клеопатра! Открой, или я их вышибу! Несите таран! Хотим видеть царицу! Хотим видеть царицу!
Ваша царица? Считает Цезаря своим другом и сувереном. Это еще что? Пошли. Отправь меня к Изиде. Еще раз. Шевелитесь быстрее. Открывай. Открывай. Открывай дверь! Открывай быстро! Уложите меня. Ночь пройдет. И солнце возродится. И воды Нила. Нил поднимется. И падет. Оставь нас. Подожди меня там. Ты победила, Клеопатра. Прощай, Египет.